Привет, ребят. Опять добрались у меня руки сегодня до Dynamic State. Это тоже для меня новинка, я еще их не слышал. Модель CM16.1 V2, 6,5 дюйма, 4 Ома, 80 Вт РМС, 200 Вт максимальная мощность, чувствительность 90 дБ, частотный диапазон от 135 Гц до 10 кГц, катушка дюймовая, корзина стальная, диффузор бумажный, монтажная глубина 71 мм, монтажный диаметр 142 мм, резонансная частота 136,3 Гц, QTS, то есть добротность 1,11, эквивалентный объем 3,4 литра, импеданс 3,6 Ома и все. Остальное, в принципе, мне уже не нужно. Сами почитайте, если кому надо, поставите на паузу, я думаю, да? Стандартная черная коробка. В комплекте инструкция, гарантийник и наклеечка. Наклейка — это всегда приятно, чтобы люди знали, что у тебя в машине стоит. Так, комплектуется динамик сеточками вот такими. Металлическая сеточка с пластиковым ободком. Липучка там лежит внутри, чтобы сетку фиксировать, чтобы она не слетала. Вот так выглядит динамик с лицевой стороны. Довольно-таки большой колпак, мягенький, из бумаги. Диффузор тоже из такой прессованной бумаги, без всяких точек там, без рифленостей, гладенький. Двухволновый подвес, надписи четко читаются, клей блестит, но потеков больших нет, никаких смазанностей и так далее. Четыре крепежных отверстия, губка стандартная. С этой стороны у нас стальная корзина с антирезонансным покрытием. Лопатки две, маленькая и большая. То есть динамик можно ставить в штатку, не меняя проводку. Там есть маленькая и большая лопатки. Соответственно, большая — это плюс, маленькая — минус. Промаркировано. Небольшой такой магнит, на котором у нас наклейка и вентиляционное отверстие присутствует. Ну и написано название и характеристик немножко. Да, кстати, подводящие вклеены в диффузор, не в шайбу. То есть это динамик такой, как бы побюджетнее использовано. Шайба светлая, мелкая волна. Все хорошо проклеено, без излишков клея, все замечательно. Сборка мне нравится. Вот так, молодцы эти выглядят. Послушаю, сравню. Благо динамиков с дюймовой катушкой достаточно пока. В тесте участвуют Oris LS65, CM16.1 V4, Oris PR654, Булава 165, Audio Nova 165.0, что-то там CMC, HCC и виновник теста CM16.1 V2. Срез снизу 100 Гц вторым порядком всех динамиков, они все параллельно. Сверху распущены. Громкость 15 на Kenwood. На этом малыше гейн примерно на серединку. Следующий трек — женский вокал. Руки дай на плечи, холодно ночью, среди твоих комнат стынет вечер. Небо не важные встречи, в старой ботинке, перью города, в городе осень. Yeah.
дайте хотя бы, сделайте дороги пацанам, чисто по-пацански не в паклон. Сделайте дороги пацанам, пьяный золотайте хотя бы, сделайте дороги пацанам, чисто по-пацански не в паклон. Честно, я бы старый асфальт просто снял до грунта и положил бы новый, это было бы круто. Недавно нам его 27 вагонов прислали, но по непонятным причинам я это оставил в тайне. Там вроде 9 вагонов или даже менее, штуки 2-3, в итоге там вообще... Что я могу сказать? Вокал разборчиво, в принципе, играет. Широко, никуда не лезет, далеко. Колпак большой, немножко яркости подприбрал у него, видимо, такой... резкости, да, четкости. Не сильно прям четко все звуки слышно, хорошо, не выпирают. Ну, довольно-таки ровный тональный баланс. Но это на слух. Сниму еще АЧХ. Обязательно на свиптоне сниму, потому что, чтобы все показало. Именно все, что играет, все частоты. Там он прогоняется несколько раз. Не так, как на розовом шуме. Ну, а сейчас включу на клубничке, чтобы послушали. И поддам немножко газку. Я надеюсь, будет слышно на камеру. Вторая тоже снимает, кстати. Надеюсь, у нее батарейка еще не села. Погнали! Дал я ему 25 громкости, прикольно играет, но проигрывает своему собрату версии 4. Версия 4 погромче. Я подозреваю, что из-за колпака, хотя не знаю. Может быть и не из-за колпака. Конструктив у них похож. Громкости где-то на 25, прикольный прям звук, классный. Когда чуть начинается уже искажение, уже не очень хороший звук, мне уже не понравилось. А вот пока чистую мощу ему даешь, без гармонических искажений, прикольно прям звучит. Сбито, сухо, нормальный такой звучок. Довольно-таки прикольный. Надеюсь, вам обзор понравился. Если понравился, вы знаете, что делать. Желаю вам огромной удачи, громкого чистого звука. Меня зовут Артем. Это канал Автозвук своими руками. Пока.